Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием Silver Chain, Серебряная цепочка. И мы остановились с вами на том, что мы нашли разгадку к этой вот головоломке, и нам нужно теперь вернуться к ней обратно и промотать ее следующим образом. Прокрутить. 5 раз по часовой, 3 раза против и 6 раз по часовой. Опять-таки. Значит, надо сначала найти способ вернуться туда-обратно и потом уже крутить. Кто-то там у нас там стонет. О! Вот кто у нас стонет. А я думал, кто это у нас тут стонет такой? Ты тут такой? Что это было такое? Он пропал. Так, как мне туда быстренько добраться? Через школу, по-моему. Да, через школу. Мы доберемся сейчас до этой головоломки. Боже мой. А я, может быть, там должен был что-то подобрать с этого мужичка, который испарился? Может быть, я пропустил этот момент? Вот это будет плохо. Ну ладно, наша задача сейчас с головоломкой этой разобраться. Где тут она была? Вот. Значит, сейчас будем с вами смотреть. Еще раз давайте посмотрим. Чтобы я 5 раз по часовой, 3 раза против, 6 снова по часовой. 5, 3, 6. 5, 3, 6. По часовой против... По часовой. 5 раз по часовой. Так, ну смотрим, как это крутится. 5 часов по часовой 5 раз. Нажми W или что крутить рукоят. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, не так. Значит, надо как-то, чтобы полный круг оно прошло. Давайте это дождать. Может, эти стуки считать надо мной? Может, эти стуки? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, да, надо стуки считать, а не круги. Итак, мы получили какой-то ключик. Two-floor corridor. Какой-то коридорный ключ. Я помню, там был замок у нас на коридоре, на одном из коридоров. Туда вернуться, наверное. Попробуем сейчас. Вот там был какой-то замок. Надо только сейчас заодно посмотрим на тот... на ту тележку, там где был этот вот... Мычал. Глянем, ничего... Тут о, замок, вот это я помнил. Ничего ли тут мы не упустили? Он тут исчез, и все. Мы ничего не смогли тут подобрать. Ничего у него не было. Попробуем открыть это. Да, подошел. Ключ. Так. И что у нас здесь? Тумбочки тут. Можно подняться наверх. Можно тут изучить. Можно вниз опуститься. Интересно. Манекен. Это всего лишь деревянный манекен. Кто-то бросил его? Но кто его сюда бросил? Так, а тут что такое у нас? Use the monocle. Монокль. Use the monocle. Монокль. Монокль. Взять. Нажми R, чтобы достать или убрать монокль. R буква. Монокль. Офигеть. О, что-то нашел. Что-то такое. Безногий человечек. Что это значит? Безногий человечек. R, отключай. Find there, find there. Найди его, найди его, найди его. Безногий человечек, что это может значить? Давайте достанем фонарь пока. Как, фон F? А, журнал даже какой-то свой есть. Офигеть. Не-не, это мы все, по-моему, уже читали. По-моему. F, убрать его. Буква Т, фонарь. Так, раковина. А если я здесь нажму букву R? Ну, единственное, значок, который нам помогает... Вот этот... А, какой-то компас. Со стрелкой. Теперь в ту сторону. Повернуть надо бы. Потом... О, там что-то было. Открыть. Потайная дверь. Офигеть, я что-то нашел. Отключить его. R. Какой-то... Какая-то кукла сидит. Кукла, ты кто такой? Кукла, ты кто такой? Свечи позажигались. Нажимаем это. Питер, спаси нас. Кто ты? Выпусти меня отсюда. Куколка на меня глядит. И что ты... Нажму. Я твой отец, я помогу тебе выйти, только, пожалуйста, помоги нам. Не помню, чтобы у меня был отец. Я тебе не верю.
Так, мы разговариваем с куклой. Какой у нее рот странный. Питер, это из-за нас ты оказался здесь. Ты должен снять заклятие, которое нас поедает вот уже 12 лет. 12 лет назад мы тебя спасли ценой нашей жизни, но застряли здесь навсегда. Мы не можем выйти отсюда. Ты единственный, кто может освободить нас. Они души, которые застряли. Где ты? Ну и что ты мне скажешь? Кукла. Кукла, ты наша. Нажмем. Моя душа помещена в куклу. Надо найти все части этой куклы и снять заклятие. Ага, будем теперь запчасти. Как я их найду? С помощью этого, наверное, монокля. Карта. Какая еще карта? Какая еще карта? Со мной через доску Уиджи связался Ду, который сказал, что он мой отец. Я совсем не помню отца, да и вообще про семью. Неужели я жил тут, и они спасли меня от проклятия? Можно доверять им? Выбора у меня особо и нет. Мне кажется, надо помочь. Будем искать запчасти от куклы. Рот, видимо, тоже ей придется найти. Давайте нажмем еще раз букву R. Посмотрим, есть ли у нас такие... А почему-то она выделя... То есть все, что связано с духами, будет желтым. А можем еще нажать? Показывает мне что-то. Рукой он мне указал путь. Давайте здесь до конца еще все изучим. Вот какие-то двери есть. А, они закрыты. Так, фонарик, буква Т. Что у нас тут? Какие-то старые шмотки. Грязная одежда. А может быть и не грязная. Он мне указал путь, этот милый человечек. Это не открыть. Ладно, значит, он мне указал путь идти сюда. Давайте еще раз вызовем этот наш прибор. Так, я вижу, появилось... Ага, они появились в двух частях, как минимум. То есть мы теперь должны двигаться к ним. Карта поменялась. Видимо, надо использовать монокль, чтобы найти исходную точку клада. Хорошо, я согласен, будем искать. Мы находимся сейчас в таком месте, где мы еще много чего не изучили. Здесь, скорее всего, нам и надо будет с помощью этого монокля искать. Значит, R-буква, это монокль. Значит, одна где-то вот здесь, за этой дверью. Нам нужно найти одна где-то там. А как мы туда наверх попадем? Нет, давайте тут до конца наверх, тут внизу посмотрим. Может, как раз мы с помощью этого прохода и выберемся туда, куда нам надо. Куда это вообще нас выведет? А, вот правильно, мы двигаемся на правильном пути. Мы на правильном пути. Только здесь только много всего. О, двери даже приоткрыты. И это... Там тоже свет вон подсвечивается мне. И еще ниже можно спуститься. Тут что-то интересное. Ладно, пока иду туда, куда меня тянут к этим синим фигуркам. Так, тут ничего страшного вроде нет. Что за хруст? Так, давайте активируем монокль. Правильно ли я двигаюсь? По-моему, нет. Подо мной, что ли? А, вот, подо мной как раз. Все правильно. Значит, все верно. Так, надо его отключить, кажется. Включить фонарик. Вот это поворот. Вот это да. Тут где-то должна быть какая-то запчасть. По идее. А где? Что это за кабинет? Ой, мамочки. Вот это, конечно, было страшно. Кукла на меня выскочила. Так, а если я еще раз вызову монокль? А, он говорит, путь указывать должен мне. Ну, он где-то вот там. Значит, мы правильно тут должны искать. Давайте тогда фонарик использовать. Боже, как же страшно, кукла на меня выскочила. Запчасть. Тут где-то должна быть запчасть от куклы. Если я правильно все понял. Кукла наша. Опа, картина. Потайной. Так. Не хватает одной штучки. Видите? И что-то... И что? А, надо как-то... Наоборот. Двигать этим всем делать. А как? Может, вниз опустить? Мне кажется, мне не хватает одной детали. И тогда откроется портрет. Может быть, там даже спрятано? А где мне такую детальку найти? Ну, так нечестно. А может, на полу где-то валяется? Нет. О, какая-то записка. Может, это подсказка будет какая-то. Почитаем. Space. Из-за моих новых лекарств день поменялся местами с ночью. Я все время сплю, лишь только ночью хватает сил вставать с кровати. Вчера ночью я услышала, как какие-то деревянные... шажонки и хиканье. Смех давно покинул этот дом.
деревянные шажочки. То есть кукла ходила. Я обрадовалась, что это дети балуются, и пошла проверить их. Но они крепко спали в комнате. В коридоре два этажа. В коридоре второго этажа я встретила Темсин. Она взглянула на меня так, будто призрака увидела. Она суматошно начала тащить меня обратно в комнату. Потом со словами «Вам нельзя выходить из комнаты» протянула мне мои лекарства. Со злости я выбила эти чертовы лекарства из ее рук. Когда... Какого черта мне нужно быть весь день в комнате? Я что, не вправе даже детей своих проведать? Я так мало с ними общаюсь. Им нужна мама, а не эта... Няня... Темсин. Вот это она была на портрете, наверное, нарисована. Что она делала так поздно? Меня начинает настораживать наша няня. Должно быть, эта женщина моя мать, но я ведь ничего не помню о своем детстве. Кресло. Никак взаимодействовать. С одной фигуркой у нас какие-то непонятки имеются пока что. Стулья. Может быть, как-то стул можно вспороть? И в нем как раз будет лежать это... С портретом, понятно, как-то надо накрутить какую-то комбинацию. Какую комбинацию, пока что непонятно. Ладно, будем пытаться... Так, а как... Что это за помещение? Я тут раньше был? Не помню, чтобы я тут раньше находился. Кресло. Ваза. Я не помню этого места. Я не помню... Но это обычный шкаф, в котором я могу спрятаться, если что. Буду иметь в виду. Буду иметь в виду, что здесь можно будет спрятаться. О, тихо. А показалось, что можно подвинуть. То есть это чисто место для того, чтобы прятаться, да? Значит, мы с вами пришли вот с этого места. Хорошо, давайте изучать, продолжать, вернее, изучать. Нажмем букву R. Тут что-то потустороннее. Или это просто яркий свет так показывает? Может быть, просто яркий свет. Так, здесь надо тоже все изучить. Можно какую-то найдем тут подсказку. Какую-то вазы эти, конечно, японские, завораживают тоже, да? Тут все заколочено. Зачем тогда мне этот проход тут нужен? Может, он попозже, правда, откроется? Где же мне тогда найти разгадку? Значит, мы спускались с вами с высшего этажа. И мы спускаемся теперь все ниже и ниже. Это сундуки, ящики, двери входные заколоченные. Тут тупик, ничего нету. Где мне найти эту фигурку от картины одну? Тут тоже ничего. Это очень плохо, потому что мы с вами застряли, грубо говоря. Грубо говоря. Тут не открываются двери. А что ж тогда делать? Где мне найти маленькую фигурку? Тут же точно ничего не было. Я же не мог упустить ее случайно. Скорее всего, она отвалилась. И нам нужно просто найти ее где-то здесь или в другом каком-то месте. Только пока что я ничего не вижу. Если бы она отвалилась, она валялась бы тут на полу. Верно ведь? Ее тут нету. Картина есть. Куда он смотрит? Куда-то сюда смотрит. Почему он смотрит в эту сторону? Я надеялся, что где-то здесь как раз и будет валяться кусочек. Но, судя по всему, нет. Ладно. Здесь, видимо, мы ничего найти не сможем. Придется отправляться в другие какие-то места, чтобы поискать еще в другом месте. У нас, кажется, была возможность подняться на верхний этаж и попробовать пойти по-другому. Так, это что такое? Так, пока лезу наверх. Значит, что мы, на чем мы остановились? Тут мы посмотрели. Может быть, ответ у куклы? Может, попробуем к ней снова вернуться? Может, где-то я здесь не досмотрел эту детальку маленькую? Для картины. Мне нужна деталь для картины. Видите детальку для картины? Деталь для картины нас интересует. Тут наверняка ничего нету. О, гляньте-ка. На этой вот, на этом плакате нарисован... шифр, как нужно их повернуть. Но мне не хватает все равно одной. Надо, чтобы... Видите, как оно смотрело? Одна вверх, другая вниз. Острием. И одно острие вниз, другое острие вверх. А эти на друг дружку смотрят в центр, два острия. Вниз острие, вверх острие. И два на центр.
Вниз, вверх и два на центр. Но где мне найти четвертую фигурку? Там нету четвертой фигурки. Где-то она спрятана от нас. Сейчас мы этой кар... Я здесь не был. Кажется, тут не был. Что за дверь? Я не помню этого места. Честно, не помню. Что это за дело такое? А! Боже ты мой. Страшненько. Я не помню этого места точно. Может, мы здесь найдем как раз эту деталь? А! Что-то мне показалось. Картина. Не показалось, реально. R нажму. Ничего нету. Часы старые. Какая-то рухлядь различная. Зачем эта комната здесь нужна? А тут что за комната? Тут заперта. А тут что за комната? О, тут можно войти. Картины всякие. Это какая-то подозрительная полочка. Опять картина. Зачем тут эти комнаты? Они как будто бы тут лишние. В них никаких предметов, никаких листовок. Ничего, никаких ценностей не представляют. Наверное, самая ценная будет последняя комната. Вот эта. Так, надеюсь. На это искренне надеюсь, что она будет самая ценная. Какое-то непонятное полотно. Что же оно за собой скрывает? Как мне его дернуть? Полотно, что за тобой спрятано? Эй, откройся. Не открывается. Тоже пустая получается комната. А где моя деталька маленькая? Я все обыскал. Детальки нема. Нет детальки. R нажму. Нет ничего. Зачем тогда я здесь пролазил? Время только потерял. Может быть, попозже здесь что-то организуется. Но пока мест тут ничего вообще нет. Какой-то только ковер скомканный, странный. Так, и где это мы сейчас находимся? Я уже запутался. Ага. Сверху над школой. Ага. А это что за место? Подождите-ка. А где тогда моя была картина? С этой стороны? Я запутался уже во всех этих... коридорах, слушайте. Реально запутался. О, это что за дверь? Закрыто. Я, по-моему, здесь уже... был или не был? По-моему... Нет, тут я не был. Я не помню этой зеленой двери. А, мы с задней стороны обошли это дело. Вот оно что. Я обошел всю заднюю сторону, теперь я могу быстрее пробираться, и могу теперь сюда и пробеходить. Ага. Может быть, это сделано чисто для того, чтобы мы могли быстрее доходить до этой точки. Как вариант, как вариант. Так, это что такое? Тут мы, по-моему, не были. Это что такое? Я нашел фигурку. Тихо, прячемся в шкаф, прячемся, она бежит. Я нашел фигурку! Кажется, тварюка прибежала. Ой, боже, вот она зашла. Как я ее раньше не мог высмотреть, а сейчас нашел, не представляю себе. Так, я могу теперь повернуть портрет. Может быть, повернув... Сейчас она уйдет. Может быть, теперь повернув портрет, я именно там найду какой-то порядок цифр. Как вы думаете? Помогла мне эта вот порт... А, тоже такой же портрет, только уже без глаз. А там был с глазами. Теперь нужно к портрету вернуться. Вставить фигурку. Так, портрет, где ты у нас был? А, портрет был, по-моему, на нижнем этаже. Вниз надо было спуститься. И там по коридору пройти. Тут так все запутано стало как-то в этом доме. Ну, сейчас попробуем. Сейчас куда? А, портрет, портрет, портрет. Вниз, да, еще вниз. На один ярус вниз. И вот здесь, по-моему, налево. Так, а там был шкаф, чтобы спрятаться от этого существа, если что? Ну, шкафа не было. Так, хорошо. Теперь вставляем фигурку. Есть, вставилась. И поворачиваем ее. Открылась. Какая-то... А, нога! Сохранение. Пытливый. Получено достижение. Ногу мы достали. А, ногу только. А где же... Может, а цифры я все равно, получается, не получил. Так, бегу к кукле. Отдам ей ногу. Мы нашли... О, стоит какой-то призрак маленький. Ты кто такой? И пропал. А цифры, может быть, какие-то будут? Почему призрак пропал? Цифры, где цифры? Цифры подавайте мне. Каких цифр пока тут нету. Не здесь, значит, был мальчик. Картину, мы с картиной мы как бы разобрались. Теперь мы хотя бы ногу попробуем вернуть. Вот тут был, кажется.
Этот вот кукла, кукла. Держи ногу. Осталось еще две части. Ага, хорошо. Это хорошо, но цифры? Я так и не разобрался с цифрами. Алло. Алло, гараж. Карта снова поменялась. Надо найти вторую часть. Вот карта поменялась. Что нарисовано? Какие-то челюсти. Что бы это значило? Ну, допустим, нажмем букву R. Между ними. Одна часть будет половинчатая, непонятная. Вторая будет в каком-то круг. Мы должны быть в этом круге. В середине будет какая-то челюсть. Это будет метка являться. Тут есть точка. Единственная одна. И она довольно-таки далеко. Ну, я так подозреваю, что... Так, почему тут голова валяется? Она так и раньше валялась. Я что-то подобрал. А что мне это даст? Давайте почитаю. Эта голова похожа на рычаг. Голова статуи. Ого. Этого раньше у меня не было. А где теперь я должен ее вставить? Голова похожа на рычаг. Хорошо, еще раз R. Куда мне бежать? На самом деле надо вот сюда куда-то бежать, по-моему. Может, мне надо рычаг как раз туда поставить? R. А мы тут никак не пройдем. Как мне туда протиснуться? Так, тут можно спрятаться разве что. Я, наверное, зря сюда бегу. Ну ладно. Побегу на всякий пожар. А может, мы там должны что-то активировать этим, с помощью этой головы? Но наверх меня тянут. Вон. Тут закрыто. Сюда могу еще пройти. О, тут теперь мы же там крючок сняли. Мы можем переобойти кругом это все дело. Так, хорошо. Вот, это точка. Это-то дверь? Фонарь. Она раньше была закрыта, по-моему, эта дверь. О! Мальчик побежал. Мальчик, не балуй. Это лабиринт какой-то, слушай. Ой. Похоже на лабиринт. Мальчик, не балуй. Мальчик с пальчиком. Шкафчики. Это что за трещина? Могу пролезть? Нет, это тупик, что ли? Похоже на тупик. Это реально какие-то лабиринты со шкафов. Тут можно протиснуться. Куда-то я пролез. О! Подожди, что-то мне. Свечи. Может, свечи это как бы... Нет, вряд ли это. О, куда-то я вылез. Что-то оно начало двигаться, подозрительно. О, дверь. Что-то я нашел. Челюсть взял. Так, я думал, что застряну в этом лабиринте, как вообще в доме появился такой большой лабиринт. Кто, интересно, спрятал эти части? Он точно хотел, чтобы их не нашли. Но осталась еще одна часть. Челюсть куклы. Надо понести ее кукле. Так, поехали. А где мы выйдем сейчас? Коридор. Боже ты мой. Так, где кукла была? Я уже запутался. Кукла Даша, кукла Маша. Так, это у нас спуск вниз. Фу, божечки, я чем-то что-то пугать. Так, кукла, по-моему, была здесь. Кукла, я тебе челюсть нашел. Держи. Теперь ты будешь красавицей. Теперь та дверь с красным символом открыта. Там ты что? Так. Там ты узнаешь? Я думал, что застрял. Вторая часть куклы. Карта снова поменялась. Надо найти первую часть куклы. Доска. Уиджи. Семейное фото. Что-то с красной дверью было. Я, кажется, вспомнил. Пиктограмма. Я open. Она открыта. Я видел такую дверь на втором этаже в левом крыле. Ты сказал, что я там узнаю правду. Что там меня ждет. Чья была...
Чья это была комната? Ну, надо в эту комнату прийти. Подождите, как туда быстренько добраться? Я не помню. Библиотека. Нам нужна библиотека. Ой, библиотека. Школа. Так, теперь. Надо сориентироваться, как это было к этому. Вот, по-моему, вот тут она была, за поворотом. Чтобы к ней быстренько дойти, мы тут можем кругом это делать. Это всего лишь куколка, но она выглядит очень стрёмно. Офигеть, кукла на меня свалилась. Я могу что-то с нее снять, забрать. Забери у нее что-нибудь. Так. Куколки, конечно, выпадают неожиданно. Так. Здесь что? Вот это-то дверь с пиктограммой. А ну-ка. И что мы тут узнаем? Какую правду мы тут узнаем? Я пока ничего не вижу такого. А, какая-то записка на столе. Оп. Взять. Спейсбар. Вечером у детей была повышенная температура и дождь. Я побежала в комнату Темсин за аптечкой. Зайдя к ней, я увидела ужасную картину. Она сидела посреди комнаты, перед ней лежала та чертова кукла Элли, а вокруг нее был начертан какой-то круг с символами, и трупы животных были везде. Темсин сидела в центре этого ужаса и бормотала что-то. Стало ясно, что она ведьма. После этой картины у меня в глазах. После этой картины в глазах у меня помутнело. Я помню, как дралась с ней, затем потащила ее в дальнюю комнату и заперла ее там. После всего этого детей перестало лихорадить, и они успокоились. Куклу я решила навсегда бросить в сундук, чтобы никто больше до нее не мог добраться. Я не знаю, что ведьма пыталась сделать с этой куклой. Сейчас я выпила свое лекарство, чтобы успокоиться. Утром надо бы разобраться с этой ведьмой. Во всем виновата эта ведьма. Она отняла у меня всю мою семью. Видимо, все-таки ведьма там как-то до них добралась с этого с запертой двери. Так, ну значит была какая-то, которая сейчас лазит по хате, ведьма, да? Это что такое? Здесь чего-то не хватает. Человечек, нож, это кукла, нога, пентаграмма, спейс. Как заточить душу в куклу? А, это инструкция по тому, как заточить куклу в душ. А что теперь мне делать? Куда мне теперь идти? Ну вот, мы теперь нужно кукле, наверное. У меня еще есть голова как рычаг для чего-то. Наверное, мне нужно теперь кукле вернуться и побеседовать с ней, что ли? Так, я немного заблудился. Так, тут мы вышли. Так, как пройти к этому делу? Нет, я не туда пошел. Или туда? Не туда. Не туда пошел. Значит, чтобы добраться... О, ножка какая-то. Я мог тут для куклы взять. Значит, чтобы быстренько-то вернуться, нужно идти через школу. Там, где парты были. Кукла тут до сих пор висит? До сих пор висит, мамочки. Так, хорошо. Давайте попробуем вернемся к кукле. Что мне кукла теперь скажет? Я знаю, что в ней какой-то демонюга сидит. А я же тебя собирал. Ага, давайте тогда... Ничего не происходит. А я думал, что я могу что-то еще... R нажму. Я там что-то... А, видимо, я там что-то не использовал. Может быть, я там что-то пропустил какой-то момент. Я, видимо, там что-то не поставил. Может быть, эту голову, которую я подобрал, нужно было там поставить. Все равно там пентаграмма, гляньте-ка. Там где-то запчасть была для куклы. Вот здесь. R. Вот. Ну чё? Какой-то листочек, нож. Как заточить душу? Здесь чего-то не хватает. R. Еще раз нажму R. Взять. Рука. О! Тут что-то было. Толкнуть. Толкнуть, толкай. Тут что-то спрятано, видите? Это тайничок, видимо. Т, фонарь. Какой-то тайничок. Что это такое? Посмотреть. Отверстие. Посмотреть. Я тебе не отдам это. Как только я нашел последнюю часть куклы, маленький мальчик украл его. Это, походу, Тимми. Его надо догнать. Теперь будем за пацанюрой бегать. За Тимми. Тимми! Отдай! 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 Испарился? Куда он делся? Тимми, а ну стой! Куда он делся?
Наверх бежит. Тимми, стой. Тимми, проказник маленький. Дебошир, а ну стой. Отдай. Догони меня, я сейчас тебя догоню. А ну стоять. Ух ты, Тимми, малютка. Где он? Тимми. О! Я гнался за Тимми, пока он не заперся на чердаке. Я не мог достать последнюю часть куклы. Надо сообщить об этом. Сообщить об этом тому, кто мне дал задание. То есть той кукле сказать. Он на чердак спрятался. Но я видел, что у меня сохранение сработало. Давайте с этого момента мы продолжим следующую серию. Запишем продолжение обязательно этой игры. И хочу ее пройти до конца. Если вам понравилось, как мы играли сегодня в Silver Chain, серебряную цепочку, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям про ролик, и все будет хорошо. С вами был Неломоб, всем пока-пока.